Это Анапа. Сейчас хочу вам показать самую дешевую столовую, как говорят, которая существует в Анапе. Это на пересечении Крымской и Краснодарской. В той стороне вот у нас фонтан. Его практически вот он, 50 метров. И фонтан, администрация. А это, друзья, колледж сферы услуг. И здесь самая распространенная, наверное, профессия – это повара. И вот сейчас покажу вам цены. А температура воздуха у нас в районе где-то 15 градусов, но почему-то холодно. Здесь что-то примечательно. Эйфелева башня. Вот видите? Анапский колледж сферы услуг. Столовка, студенты. Ничего, вполне себе уютно. И зал большой. Еще чуть-чуть вас сориентирую. Вот пересечение Краснодарской и Крымской. Вот та столовая, в которой мы только что побывали, где готовят студенты. А вот фонтаны у администрации. А сейчас мы с вами отправимся по парку 30 лет Победы. Вот он, прямо по курсу. Подойдем к морю, померим температуру воды. Цены в столовой я вам показала. Сами видите, они намного дешевле, чем в других столовых. А вот про качество питания я ничего не могу сказать, потому что я там не кушала. Надеюсь, кто-нибудь напишет отзывы, и это вы уже принимаете решение сами. Сейчас посмотрим, что тут уже работает, что нам предлагают. Мороженое. Правда, кушать его сегодня вообще не камильфо, потому что очень ветрено и очень холодно, по ощущениям. Новое колесо, если кто-то еще не знает, у нас будет. Видите, все готовятся к сезону. Все кипит, бурлит, но это такая пора сейчас. Панорамку вам небольшую. Это старое колесо. Видите, прямо нависает над городом. Никак не отпускает нас холод. Это потому, что в основной части России все-таки снега идут, подписчики говорят. Пойдемте к морю совсем чуть-чуть. И еще на верхнюю набережную поднимемся. Мужчина ищет золотишко. Температуру воды нам не удастся померить. Я и так знаю, что на 10 градусов где-то в среднем холодно. Лебеди почему-то не улетают. Людей совсем нет, потому что холодно. Вот в той стороне это все у нас центральный пляж. Потом вот пир центрального пляжа. Видите, вот Джимите. А мне вчера, представляете, повезло дельфинов заснять в самом центре Анапы. В той стороне у нас театральная площадь для ориентира вам. Вот мы поднялись оттуда, с парка 30 лет Победы. И продолжаем движение на верхнюю набережную. Видите, уже фонтан вот-вот, значит, заработает, потому что проводятся технические работы. Синие цветочки, как будто по волнам. Алые паруса. Смотрите, а Витязева и Джимет это солнышко, ну надо же. Ну надо же, солнце выясняет. А это то место знаменитое, которое прогремело, что якобы здесь нашли китов, вот в этом месте, в самом. Не знаю, правда, нет. Кто-то говорит правда, кто-то нет. В общем, мнения разделились. Оттуда мы пришли. Они загоняют рыбу. Они еще охотятся на нее. Они не просто выжидают. Они почему стаями? Потому что они ее окружают, загоняют и охотятся. Вот и здесь опять дельфины приплыли. Но времени уже нет ждать, чтобы заснять дела. Итак, от набережной мы с вами вот здесь пройдем к театральной площади. Театральная площадь очень примечательна тем, что на ней происходят все мероприятия города. Там есть KFC, столовая «Сказка». Я не так давно ее показывала. Ссылочку оставлю. Можете посмотреть. Мы на театральной площади. Вот эта улица Горького, она сюда тоже выходит. Там вот прямо по курсу столовая «Сказка». Сцена, где проходят мероприятия. KFC, рынок. Той стороне, а пришли мы вот оттуда. И я еще предлагаю вам немножко прогуляться по улице Астраханской до улицы Крымской. Здесь совсем буквально идти минут 5.
вход в столовую сказку. Видео можете посмотреть по ценам, какой зал. Здесь ярмарка привоз по вторникам и пятницам. А вот здесь мы кушали гирос. Я оставляла свой отзыв. Можете спросить. Я оставлю ссылочку или под видео, или спросите, покажу. Прямо на этом отрезочке от площади до улицы Терской разворачивается рынок на вторник и пятницу. Ну и что примечательно, что это низкие цены и хорошее качество, кубанское. И вот уже совсем улица Крымская, видите, автобусы по ней ездят. А я предлагаю вам чуть-чуть заглянуть, посмотреть цены на летнюю обувь. Женская, мужская, здесь кожаная обувь. Ну да, конечно. 4200. Вот эти вот мне понравились. Ой-ой-ой. Надеюсь, и нет. 3000. Ну вот, да. Смотрю, что... 2500. Итак, улица Крымская, улица Астраханская. Здесь мы и закончим наш сюжет. Всем спасибо за внимание. Заходите, если интересуетесь сюжетами.